Большой секрет марка А4. А вы не замечали, насколько сильно сексуализированы тиктоки марка? Каждый из его видосов — это словно реклама товара, который нужно немедленно купить. И это не случайно, ведь он и есть товар. Игорь Синяк рассказал страшную тайну про марка. А оказывается, 2 года назад Марк продавал свои услуги на сайте 18+ знакомств для мальчиков. Ну, короче, 5000 он стоил. 5000 в час. Как же можно подняться, да, быстро? От 5000 в час до ведущего на канале Влада А4. Также Синяк выложил ряд снимков, на которых Марк показывает свои мужские штучки. Я ему написал, думаю, дай-ка узнаю, фейк, не фейк. Не фейк, девочки. Он отправлял мне там всякие фотки разные. И судя по его размерчику, теперь-то понятно, почему Влад А4 взял его к себе в команду. Такую змеюку еще попробуй одолей. Мои глаза теперь это никогда не забудут. И теперь ваш черед. Если хочешь конкретно офигеть, то оставлю тебя глянуть вот тут.